Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade. В предыдущем видео мы с вами смотрели, как можно переделать простой моторчик и сделать его более мощным, более быстрым. Но многие писали и говорили в комментариях, что это все плохо, это не будет работать. И мы давайте сегодня посмотрим, что же будет на самом деле, если взять моторчик и перемотать его, переделать. Вот у меня есть подопытная машинка, в которой уже стоит другой мотор, на который мы будем экспериментировать. Вот оригинальный моторчик, а здесь стоит переделанный, перемотанный моторчик по предыдущим видео. Ну что ж, будем на этой машине экспериментировать, проверять разные типы моторов и как она будет себя вести и как будет ездить. Вот такое у нас управление, оно тоже самодельное совершенно. Вся электроника была убрана и поставлена своя. Стоит микроконтроллер от Mega 8 и также вот, включаем, работает все. Передатчиком у нас модуль NRF, всем известный. В общем, ничего сложного, простое управление. Вот у нас есть первая машинка, первый эксперимент. Так, смотрим, что здесь стоит. Обычный HMOST, наша Arduino Pro Mini, которая уже пережила очень много испытаний. Вся в пыли. Вот она у нас стоит. Как видите, стоит моторчик простой. Это повышающий модуль. Аккумуляторы у нас соединены параллельно. Поэтому на выходе мы имеем сейчас 3,8 вольт. Аккумуляторы не полностью заряжены. Вот наш полигон, на котором мы будем проводить все наши испытания. Итак, наш главный инженер дает добро на старт. Проверяем. Вот примерно так ездит машинка. Оригинальная, с напряжением 3,8 вольт. Да, кстати, я забыл показать вам вот модуль с приемника NRF. Я его сюда засунул, чтобы он не мешал. Этот модуль питается от Arduino. На самой Arduino я припаял стабилизатор напряжения для модуля NRF. Вот он с обратной стороны. Ну, это все, как видите, пайка навесная, только для пробы, для экспериментов. Эта машинка, она вообще для экспериментов. Итак, смотрим дальше, что у нас здесь. Стоит тот же самый HMOST. Но аккумуляторы у нас уже стоят другие. Они не параллельно соединены, а последовательно. И на выходе мы имеем не 3,7, а 7,4 вольта. Оригинальный моторчик стоит не переделанный. И стабилизатор напряжения, из которого мы получаем 5 вольт. Стабильные 5 вольт. От этих 5 вольт питается все. И мотор, и Arduino, и сервопривод. То есть полностью все питается от 5 вольт. Теперь перейдем к тестам. Вот наша машинка на нашем полигоне. Включаем наше управление. И сейчас будем проверять, как же она будет ездить, если на мотор подавать 5 вольт, то есть повысить напряжение. Не знаю, насколько вам хорошо видно, но машинка ездит намного быстрее. Итак, теперь мы попробуем поставить сюда переделанный мотор, модифицированный, и запитать от 3,7 вольт, 3,8 вольт, что будет. Мы снова на нашем полигоне, вот видим нашу переделанную машину. Что же у нас? Ну вот стоит наша Arduino. Видите, мы уже взяли другой HMOST. Я взял с игрушки уже готовой, вытянул более мощный HMOST для теста, чтобы питать наш модифицированный мотор. Вот стоит мотор, который мы модифицировали. Не будем сейчас проверять. HMOST нужно было поменять для того, чтобы транзисторы могли выдержать нагрузку. Питаем все это от 3,8 вольт. Переходим к тестам и сравниваем с другими двумя вариантами. К сожалению, на видео это хорошо не видно, но машинка ездит очень быстро. После 15 минут активной езды мотор абсолютно не нагрелся,
преобразователь остался нормальный, транзисторы холодные. Не знаю, почему многие говорили, что мотор будет гореть, что он будет сильно горячий, транзисторы будут гореть. Все в порядке, все нормально ездит. Что по результатам? Если у вас есть возможность поднять напряжение, это было бы намного лучше. Потому что меньше мороки с переделкой двигателя. Ну, как вариант. Потому что с повышением напряжения повышается и мощность. Но если нет возможности поднять напряжение, можно просто перемотать мотор, и все будет отлично работать. Главное поменять H-мост, чтобы он выдержал нагрузку двигателя. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь. Всем удачи!